книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться и ей пожелай, бою-бай. В сказке можно покататься на луне и по радуге промчаться на коне. Со слоненком подружиться и поймать перо жар птицы. Глазки закрывай, баю-бай. Баю-бай, должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи. Глазки закрывай, баю-бай.